Замечательная погодка, снежок, светло, день. И сегодня в такой замечательный день я собираюсь ехать на Комендантский. Видеоигры становятся все более жестокими и кровавыми. И я уже не помню, когда последний раз делал что-то в играх хорошее, не нажимал на спусковой крючок или не убивал людей с помощью бензопилы. Порой хочется чего-то веселого, доброго, пушистого. И кровавая баня, честно говоря, изрядно надоедает. Поэтому я отправляюсь на Комендантский проспект. Потому что я договорился встретиться и забрать там игру про собачек. Вот, и там можно как раз этой штукой всей заниматься. Вы всегда мечтали завести щенка, чтобы у вас была самая настоящая собака. Но родители вам этого не разрешали. Или обстоятельства в доме мешали этому событию. Здесь, в игре Pets, это возможно. Вы выбираете любого понравившегося вам щеночка и начинаете за ним ухаживать, тренировать, чтобы он вырос в настоящую большую собаку. Что-то наподобие тамагочи, но намного интереснее и увлекательнее. Здесь вы можете нарядить вашу собачку как только душе угодно, и в пожарника, и в балерину, и даже, да, в бегемота. Магазин напоминает Little Big Planet с его большим количеством вещей. Все можно купить за очки, заработанные в игре. Или же оставить собачек без изменений, они довольно милые и пушистые. Также здесь есть режим приключений, это целая история о рыцарях, о собаках и о королевстве, о легендах прошлого. Вы отправляетесь по различным замкам, ходам, тоннелям, исследуете сады, карты, даже в подземелье побываете, откроете пару сундуков с логическими загадками. Все достаточно интересно. Я считаю, что эта игра понравится не только малышам, но и даже порой взрослым. Совсем у**ли ездят по дорогам. Все вонючие. Надо будет это вырезать. Не люблю таких автомобилистов. Возможно, что даже я поиграю в эту игру. Просто что-то в ней всегда найдется, что заинтересует. Главное успеть, полчаса осталось, а я еще даже не в транспорте. Вчера забрал свои светлые джинсы весенние. На улице стало тепло, наконец-то поменял, а то у меня те темные джинсы уже просто надоели, одноцветный какой-то. В игре Pets для PS Vita вы будете выращивать своего собственного щенка, дрессировать, тренировать. Там задействованы интересные функции PS Vita. Вы сможете делать всякие штуки с помощью видеокамеры, акселерометра и тачскрина. Это достаточно интересная игра для девочек, в принципе, лет от 7 и выше, но даже я в нее немножечко поиграю. Нравится мне это сооружение. Покажу вам немного Коменданту. Очень мне нравятся вот эти вот ровные в ряд стоящие дома такие. Большой красивой аркой, тут их несколько. Моменты прикольные, здесь много интересных граффити. Типа Long Lake, Фим и еще старая работа Сори 2004 года. У Сори очень яркий стиль был в свое время. Буду, короче, звонить по поводу этого диска, потому что что-то уже много времени. Ага. Ну, я сейчас в метро спустился, но не в само за турникет, а просто где тепло, короче, переход. Приветствую, Денис. Привет. Отлично, ну, вот такой вот Pets. Замечательно. Вот, только что познакомился с отличным мужиком, он тоже играет в Nintendo DS. У него есть тоже Vita, и он рассказал ему всего интересного по поводу игр. Очень приятный человек, живет сам в Пушкине, и ему достаточно далеко сюда было ехать. Первый раз держу диск в руках,
необычненько. Легенький такой. Там даже не диск, а карточка. Вот он, Pets. Mare Traders Game Hunting – это некоммерческий проект, поэтому в первую очередь меня интересует твое мнение. Напиши внизу под видео в комментариях, когда последний раз ты играл действительно в какую-то хорошую, добрую игру. И, конечно же, укажи ее название. Спасибо за просмотр, увидимся на канале. Пока!